Отвечайте, покажу, вы выбираете подарок, кто там в мешке, не знаю. Ну что, начнем? Не слышу! В каком году, в предыдущий раз, выходил в премьер-лигу наш живым клуб «Факел Воронеж»? Я к тебе подойду, напомню, первый есть. Чей удар? «Факел» в премьер-лигу вывел в 2022 году. Правильно! Давайте аплодируем за правильный ответ, ребят. Какой из сегодняшних защитников «Факела» играл за команду в сезоне 2018-2019? Правильно! Какой тренер вывел «Факел» в высшую лигу в 2019? Даже не узнаешь, вопрос, а какие лучшие болельщики. Давайте аплодисменты за каждый правильный ответ. Кого признали лучшим футболистом первого дивизиона в 1999 году? Вот, вот он, правильно, Ена Семин был лучший игрок. Кто придумал название «Факел» для команды? Правильно, Виктор Скачилов, легенда КВК. Как звучит фамилия братьев-близнецов, игравших за «Факел»? Правильно! Мы не слышим ваших аплодисментов, ребят. Кто из наших нападающих является воспитанником воронежского футбола? Максимов! Правильно! Аплодисменты, ребят! Какую стадию Кубка СССР «Факел» вышел в 1984 году? Ну, правильно, вот я только что, когда же он ему дойдет в очередь. Кто был капитаном «Факела» в 1984 году? Осипов. Осипов. А в 1907 вывел команду в высшую лигу с должности главного тренера. Кто это сказал? Поделись аплодисменты этому человеку с сияющей прической. Алексей, обрати внимание, какие преданные болельщики. Они очень. Нашего любимого клуба даже без подсказок. Даже не дослушав ответ, аплодисменты, друзья. Какой? Мы идем дальше, потому что до начала второго тайма остаются считанные мгновения. И сейчас каждому. Спасибо, ребята.